Этим родником пользуются не только жители деревни Клетли. Даже люди из соседних сел не ленятся делать крюк, чтобы набрать воды из источника. Но все же основная масса посетителей – это городские жители. Вода, по их мнению, очень хорошая и вкусная. А при кипячении не оставляет накипи. Без накипи почти. Хорошая вода. Ну, нравится нам. Приезжаем сюда сейчас. Вода, ну, чтобы чай попить, так пить. Сотни людей ежедневно преодолевают путь в 10 километров, чтобы наполнить канистры водой. Но многих омрачают последние метры подъезда к роднику. Водители, скребя поддонами машин, пытаются взобраться на гору. Нелегко и тем, кто идет пешком. Нурьяна Сибулина о качестве воды рассказывает своим знакомым. Приезжает на этот источник с 2010 года. В этом году она неприятно удивлена состоянием подхода к роднику. В прошлом году еще мы спускались, а в этом году, видимо, этот, ну, не равняет. Кто должен выполнять работы по благоустройству родника, пока не совсем понятно. Дело в том, что с 1 января часть полномочий сельских поселений перешла в ведомство района. В этот список вошла и уборка снега за территорией сел и деревень. Сейчас между структурами будет вырабатываться механизм взаимодействия по выполнению этих полномочий.